Я представитель сейчас военной компании. Наверное, слышишь, ЧВК Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех — это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех — это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе, бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение и берем. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Угледарской ТЭЦ, 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами, было трое погибших, семеро раненых. С трех погибших одному было 52 года, отсижена 30-ка. Погиб геройски. Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228, исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, но понимаем, что бывают ошибки. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн. Взвода огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов. Есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, понятно, что они попадают в замес. После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование. Короткое время я буду на нем, потом останутся несколько человек, которые с вами в течение 2-3 часов проговорят с каждым, посмотрят в глаза, зададут несколько вопросов. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании, родственникам, или захоранивать там, где вы говорите. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Парни, вопросы? После вопросов все в живую очередь выстраиваются на собеседование. Время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. А дальше как повезет. Вопросы гарантии доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто может вас десятки срок отсюда из зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог в деревянном ящике. Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю. Ну что, парни, вопросы есть? Или так все рассказал, что вообще просто? А? Да? У нас 5 минут на раздумье, пока мы туда заходим. Дальше, пока здесь, решайте. Кто хочет, едет.
Здоровенько, пацаны, ИК-19, город Ухта, Бельгоп. С нами все нормально, давайте к нам подтягивайтесь, воюем. Давайте, ждем вас. Все. Пятерка, здорово, Рязань, Кокотки. Всех люблю, всех обнял, Сибирь. От души, пацаны, всем передаю огромный привет. Давайте там берегите себя, держитесь. Третий отряд, все ровно. Пацаны, не гоните за нас, у нас все нормально. Не слушайте всякое дерьмо, которое льют в уши. Здесь все нормально, война, базара нет. Но пацаны здесь здравые, все, вперед идем, жмем укропов. Все у нас огонь. Так что давайте, кто хочет, сюда к нам в ряды. Здорово были, брат. ИК-5, Кокотки, Рязанская область. Якутного погонял, кто узнал. Всем привет огромный. Короче, пацаны, нормально, воюем, стреляем. Все тут ровно, все нормально. Да, чуть там где-то что-то, но это война. Короче, не ссыте, ехайте сюда. Ну и так, что, семье привет, жене, детям. Все ровно. Вашу, блядь. Ига на войну, блядь, блядь. Ёбаный рот, я в ахуе, блядь. Пиздец. Серёня, брат, здоровья тебе. Выживи всем хуесосам на зло. Все будет ништяк, братан. Там мы встретимся, блядь, все будет. Они сюда, нахуй, все пизда, бледям, укропом. Все пиздец. Просывайте, кто там, нахуй, по гатунку должен. Мы там и разберемся на месте, блядь. Так, давай, все ништяк, блядь, все ништяк.